Всем привет! Вы на канале New Eye Games. С вами Валентин, и сегодня мы смотрим на новинку The Wolf. Симулятор волка. Наверняка это симулятор. Давайте нажмем на play и посмотрим. Так, тут можно нам выбрать волка. О, мне нравится вот этот мексиканский. Мексиканский, по-моему, самый прикольный. Он такой разноцветный. Так. Имя можно даже дать нашему песику. Назовем его как-нибудь... Тряпка. Пусть будет тряпочкой. Так. Можно выбрать мужской и женский род. Ладно, давайте за мальчика побегаем. Так, что у нас в сеттингах? Ага. Ничего полезного, игрушка на английском. Но тут, в принципе, и так все понятно. Есть некая система прокачки даже для ваших волков. Обалдеть. Ладно, мне не терпится уже зайти в саму игру. Так, что у нас тут? Кооперативный хантинг. Умница Will Hunting. Онлайн-симулятор, заметьте. Видимо, я буду бегать тут не один. А еще меня наверняка будет преследовать реклама. Ого! Офигеть! Вам это ничего не напоминает? Ну, если камеру отдать... О, а камера-то отдаляется, прикольно. Не куси меня. Меня уже свои начинают кусать. Я, к сожалению, почему-то не могу вертеть камерой правым пальцем. Это делается все только вот за счет джойстика. И совершенно непонятно, куда нам идти. Давайте по компасу просто пройдем тут. Увидим, что тут у нас. Ага, крольчатки. Крольчаток можно скушать? Офигеть. Ла-2, вам не напоминает это Ла-2? Ну или любой другой ММО, RPG. Так, ребят, а вы кто такие? Это какие-то типы из моего племени? Из моей стаи. Волков же стаи. Что это за кустик? Я надеюсь, на нем не растут волчьи ягоды, и мы не отравимся. Вопрос только один. Что тут делать? Поскольку сюжета нам никакого не преподали. Походу, просто надо бегать по этой огромной открытой местности. И искать себе пропитание. Вон, я вижу, отреспаунились зайцы. А, нет, это лисы. Смотри. О, они быстрые. Они еще и атакуют меня. Какие-то рейд-боссы, что ли? Воу-воу-воу. Давай-давай-давай. Есть. Одного завалили, и меня завалили. Какая досада. И мы возрождаемся прямо тут. Прямо на месте. Так. Где эти лисы проклятые? Сейчас мы с ними поговорим. Вот трупик лисы. Я с него ничего не могу поиметь. К сожалению, нет. А ну иди сюда. Будем биться с тобой. Так, значок звездочки. В нашем статус-баре, походу, говорит нам о том, что мы набираем экспу. А еще мы вот только что получили левел. Отлично. И хпшка наша восполнилась. Это великолепно. Отлично. Привет, чувак. А тут есть чат? Чата не вижу.
Ага, и потихонечку у меня даже ХП восстанавливается. Вот смотрите, а? Какая прелесть. Ну, давайте побежим за вот этим вот типом. К сожалению, шрифт такой маленький, что я не вижу, кто его зовут. И побежим на дальнюю полянку. Вон там какая гора красивая. Слушайте, это же как в «Короле льве». Помните, когда Симбу короновали? Маленького Симбу, когда обезьянка взяла и подняла над зверьми, да? Обалдеть. Вот туда я и хочу попасть. Так, это что у нас? Наши скиллы. Можно что-то анлокнуть. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто-то рычит. Это очень страшно только. Я вижу. Я, походу, понял. Этот чувак тоже туда бежит. Повыше. Посмотрим на всю эту местность с высоты. Ой, да еще и пару овечек скушаем заодно. Отлично. Ну-ка, овечка, овечка, овечка. Иди сюда, овечка. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. О, овечка даже дает сдачи, бодается. Если зайцы были ни о чем, а лисы, ну, очень даже, то барашки так, средние. А вот плеер 5719 зря мне помогает, потому что... Отвали, еще и меня кусит. Ну что, вот мы и пришли. Какая красота, а? Водопадики, холмики, ручеёк. Так, по ходу дела я знаю, куда я отправлюсь дальше. На этот водопад, чтобы с него прыгнуть. Погнали. Ага. Мы упираемся в невидимую стену. Очень странно это для открытого мира, упираться в открытую стену. Ау! Кричит нам волк. Интересно, а мы можем как-нибудь покричать? Так, что у нас тут есть? Прокачка здоровья, защиты, атаки и скорости. Давайте прокачаем скорость. Потому что уж слишком медленно мы бегаем. Вон я вижу на карте каких-то отреспауненных мобов. Мы, конечно, могли бы к ним пойти, но я увидел такую красивую пещеру. Но так как чувак бежит оттуда, я понимаю, что там ничего нас не ждет такого. А побежали к еще кому-нибудь. Кто это у нас тут? Кто это такие? Это кто вообще? Это рыси? 9-го левела? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Надо бежать от них. Эти жирные твари. Очень жирные. Ну, в плане здоровья, атаки и все такое. Обалдеть. Я слышал, там где-то овечки кричали. Вот к овечкам можно пойти. Ой-ой-ой, это кто же? Это енот 11 уровня. А овцы 9 уровня. Короче, я понял, надо было сидеть... На жопе смирно в своей первой локации и качаться. Ну, здесь на овечках мы тоже можем нехило прокачаться. Оп, и у нас уже 3-й левел. Давайте посмотрим, мы что-нибудь можем прокачать-то. Вот, вот тут у нас подсвечивается и скилл блокит. Можем открыть его только на 15-м. Можем вот этот за 10... Так, это у нас что? Какой-то critical damage, наверное. Давайте прокачаем. Мы все равно пока просто тестируем игру. У нас первый взгляд, так сказать. Так. Это мы прокачали. Давайте еще что-нибудь прокачаем. Атаку. Атаку по-любому надо прокачать. А, давайте ее еще раз прокачаем. Еще раз. Отлично. Ну и защиты.
Ну и Хэлла в придачу. Ну вот мы уже и посуровее стали. Ну-ка, овечка, иди сюда, а. Вот, теперь мы спокойно справляемся с огромной овцой 10 левела. Я вот как-то играл в симулятор ворона, в симулятор орла играл, помню. И симулятор волка — это что-то новенькое. Ну, уж лучше симулятор каких-то животных, нежели игры, где на них надо охотиться разными оружиями. Вот это как-то не очень гуманно. А тут можно почувствовать себя в шкуре дикого волка и вот так вот, ломая все законы физики, бегать по горам. Кусим, кусим, кусим. Ого! Это был мой такой четкий пинок или дикий лак в игре. Вот, как видите, овцы не сильно бьют. Вообще не сильно. Ой, а зато как они умирают. Эффектно, эффектно. Единственное, что реально хочется сказать разработчикам, не очень удобное управление в плане... Хотелось бы правым пальцем управлять взглядом, камерой всего этого действия. Очень странно, что они поступили вот так. Хотя, может, это в дальнейшем как-то облегчает игру. Потому что тут помимо кнопок движения и борьбы много еще всяких разных кнопок, которые нам, к сожалению, еще закрыты. Ага, и так, что вы видите, мы же прокачали с вами, прокачали суперудар некий. Давайте его попробуем. Ох, это было мощно. Левел ап, ребят. Давайте посмотрим, что там можно прокачать у нас. Так. Ну, я бы еще атаку скачал. Скорость бы закачал. Так. Дефенсы. Отлично. Так, что у нас тут? Тут нужно куча алмазов. Лис! Не убегай, лис. Ох! Прошел ли этот крит? Я не успел заметить. Отлично. Дикий-дикий волк. Так, а это кто такие? Эй-эй-эй. По минус 43 они мне фигачат. Ничего себе. Не-не-не, я пойду пока я потренируюсь на овцах. Ребят, это еноты. Смотрите, это еноты. Ракуны. Ой, правда, они жирные такие. Ух, ух, опасные. Шустрые, быстро бьют. Ух. Вот, овечка. Овечечка. Овечечка, я голодный, покорми меня. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Есть. Плюс 310 XP.
что-то можем прокачать. Ну, походу, нам будет всегда об этом оповещать, когда у нас будет возможность что-то прокачивать. Так. К сожалению, чем дальше в лес, тем больше дров. Так, вот это мне не нравится, когда меня сзади еще одна лиса кусает. Ой, мне это не нравится. Ах, мы, к сожалению, умерли. Напоровшись на каких-то бобкетов. Ну что можно сказать про игру? Графоний 3 из 5 мог бы быть гораздо лучше. В целом идея мне понятна. Побегать за волчка очень прикольно. Обязательно побегаю в ней вне записи и потом покажу, как прокачался. А пока что ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи, всем пока.